Современный пешеходный переход установили в Сургуте. Проецируемая зебра пока работает в тестовом режиме. Устроен он таким образом, что с помощью установленного сверху проектора бело-желтые полосы на дороге светятся. Специалисты отмечают, новинка особенно актуальна для северных климатических условий. Такой пешеходный переход видно издалека. И в метель, и в туман. А еще он подсветит пешехода. Водитель увидит человека, переходящего улицу в любую погоду и в любое время суток. Включается проектор автоматически с наступлением сумерек и не сломается даже в минус 40. Пока установка работает в тестовом режиме, если зарекомендует себя на практике положительно, то таких современных пешеходных переходов в Сургуте будет больше.